Приветище! Мы находимся в удивительной игре Supraland. Надеюсь, ты наблюдаешь за ней. Ну и, соответственно, за мной, за моим маленьким персонажем. И мы сегодня должны были продолжить вот в этой вот локации. Но пока подождет эта локация. Нам необходимо вернуться назад. Не переживай, нам буквально нужно решить пару головоломок, и мы обратно вернемся к сюжету. Вот эта штука, помнишь, да? Которую мы нажимали, но она... Давай, нажимайся. Но она обратно вскакивала. И я не мог понять, а чего же она и чего она делает? Оказывается, смотри. Нужно было развернуться на 180 градусов. Теперь нажимаем. Эта деревяшка нам заслоняла наши патроны, которые мы пуляли. Нам нужно попасть вон в ту розетку. Значит, делаем вот так. Достаем пуколку нашу. Пуляем снарядом. Так, бежим, 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 бежим. Давай, давай, давай. Есть, успели. Видал, как красиво получилось. Все, розеточка активировалась. Только я не помню. А, вон она, батутик активировал. Смотри, 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 смотри. Есть батут, готов. Куда мы полетим? А летим мы... Так, я не понял, почему здесь ничего не активировано? А летим мы никуда, потому что здесь не активирован батут. И кажется, у меня созрел коварный план. Пойдем-ка я тебе покажу. Пойдем, пойдем, пойдем. Значит, помнишь вот эту вот штуку? Электрический разряд. Включаем его. Что если мы попробуем пульнуть в него? О, ты смотри, смотри, смотри. Ты видал? Ты видал? Все заработало! Прыгаем. Давай, запрыгивай, а то скелеты бегут. Есть контакт на этот батутик. Давай, попадай, попадай. Есть! Наконец-то мы забрались сюда. Шикарно! Давай теперь разбираться с этими головоломками. Что здесь от нас требуется? Значит, разбиваем вот эти доски. Есть огромная кнопка. Есть батут. Скорее всего, нам нужно накастовать будет туда наш кирпич. И он должен будет сделать пью вот сюда, в эту кнопочку. Вот так вот. Угу, я понял. А для этого нам нужно активировать вот этот рычаг, да? Ну-ка. Ага. Но кирпич нам нужно сперва на что-то поставить. У нас здесь есть левитирующая платформа, она-то нам и поможет. Как нам ее включить? Наверное, вот так вот, да? Ага, как все просто. Теперь нам нужно туда как-нибудь закинуть наш... Оу, как далеко. Ладно, возвращаем нашу панельку. Давай-ка нажмем вот на эту кнопочку, вот. Да, кнопочка активирует прыг-панель. Значит, ставим сюда наш блок. Вот таким макаром. Нажимаем кнопочку. И... Не так-то все просто. А что если у нас кирпич будет здесь, а мы прыгнем вместо него? Ну, не получается. Тогда фокус-покус. Ставим кирпич. Достаем нашу пуколку. Пуляем и да... Нет, так не получается. Есть! Получилось! О-хо-хо. Вот это я меткий стрелок. Правда, с 10-го раза, но... ну что поделать, получилось же. Значит, теперь нам нужно подгадать момент. Она едет, ой, едет, едет. Давай, 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 давай. Вот так вот, красава, вашпи. Это была сложная головоломка, но мы ее решили с тобой. Что нас ждет здесь? Так, белая трава. Ты видишь эту белую траву? Ее покрасили. А, так тут все просто. Пуляем. Не успел. А так-то. Бочечка красная и сундучок. Хорошо. Дорого-богато, мы с тобой живем. Урон вторичной атаки Х2. А, удваивает урон вторичной атаки вашей пушки. То есть вот этот вот урон. Вот этого лазера. Бочечку тырим и тащим к нашему продавцу. Друг мой милый сердечный, получай бочонок. Что это нам? Я слышу скелет. А, скелеты, что пас? Э, друг, ты куда исчез? Ну вот, отвлекся на скелета фауны. Чпыньк и исчез. Что значит нам дала бочка? Скорость снарядов Х2, офигенно. Теперь наши снаряды летят быстрее. Ну и также последняя улучшалка. Пушка урон плюс 15. Хо-хо-хо. Все монеты потратил. Кстати, когда я возвращался, я заметил, что на футбольном поле нет ни одного футболиста. Куда они все пропали? Чудеса. Ну вот мы и вернулись. Она здесь ждет орава скелетов. Да что ж такое-то? Не дают они мне покоя. Фих, как заноза, блин, в одном месте. Смотри, у нас здесь есть рычажок, который поднимается. То есть мы его нажимаем, он обратно поднимается. Значит, он что-то крутит, вертит или открывает. Так, надо посмотреть по сторонам. Ага, вот оно что. Так, мы можем... Ты понял? Ты понял? Мне кажется, что если постараться, мы можем запрыгнуть вон на ту гору, если там дерево, конечно, не помешает, пробежать вон туда и нажать на кнопку. Ну-ка, пойдем попробуем.
попробуем вбежать. Так, летим, летим и не допрыгиваем. Даже с двумя прыжками не получается. Ну-ка еще разок попробуем. А если мы без прыжков просто полетим и проверим, куда мы прилетим? На кнопку приземляемся. Ты понял? Ты понял? Кажется, до меня дошло. Смотри, кидаем сюда кубик. Встаем на эту панельку, давай. Югу, заработало, заработал. Вот оно, как сюда надо было попасть. Ха, как все просто. Нужно было немножечко подумать, вот идем. Значит, нажимаем на кнопочку. Активировали ванту прыг панель. Только зачем? Для чего она? Давай прыгнем. Ууу, как далеко мы с тобой летим. Ты видел, сколько там монеток? Давай-ка еще раз полетим. Попробуем прицелиться. Соберу, не соберу, получится, не получится. Выпустил несколько снарядов. Есть! Собрал пару монеток. Теперь со спокойной душой мы можем возвращаться в эту локацию и продолжить нашу сюжетную линию. Итак, сколько опять скелетов? Давай мы их сейчас размажим вот так. Хлыбыщ! Юх, все скелетов перебили. Идем к нашему джентльмену, что он нам расскажет. У вас есть все, что нужно, чтобы решить эту загадку. Вперед! Подожди, так это же тот же шляпник, что и нас и там он ждал. Как ты сюда телепортнулся? Загадочный усач. Щиты, о, мы с тобой здесь имеем. Есть доски, которые мы можем разбить. Давай мы это сейчас сделаем. Так. Возможно, мы туда можем накастовать наш кубик, который... Вон он там появился. Но это место явно не для куба. Туда нужно запустить супербол. Где нам супербол достать? Супербольчик. Вон трубу вижу. А значит, где-то должна быть кнопочка. А где же может быть эта кнопка? А вот, кстати, активатор с суперболом. По-любому нужно где-то достать этот шар. Смотри-ка, здесь у нас есть закрытое помещение. Проводок идет вот сюда. Хм. Слышь, чудило, а где супербол достать? У меня нет его. У меня нет ничего для того, чтобы решить здешнюю загадку. Ругаю я этого чудилу, а слева от него стоит кнопка. Ну и кто из нас чудило? Конечно же я, блин, торможу. Сникер с ней надо закомячить. Так, супербол у нас теперь появился. Подбираем его. Пускаем в эту трубу. И он, по идее... Блин, куб не убрал. По идее, он должен падать, падать, падать. И активирует нам дверь. Забираем, ты нам пригодишься. Нужно его пульнуть вот сюда еще. Есть дверца. Ой, там скелетов сколько много. А что у нас за этой дверцей? Сундучок, конечно же. Что еще может здесь быть спрятано? Регенерация здоровья плюс 5. Это нам пригодится. Кстати, я ни разу не видел, чтобы у меня здоровье регенерировало. Почему-то. Почему-то странно. Размажим скелетонов. Армия скелетонов практически слегла. Вот так тебе, врагам. Как они смеются, забавно. Это просто... Да что ж такое-то? Получай! Смотри, как спрятался. Я его типа не вижу, а он типа меня не видит. Давай ему в плечо вот так вот. Ты смотри-ка, а? А, попал, попал. Смотри на мое ХП. Я только что подобрал регенерацию здоровья. Плюс 5. Оно не регенерирует. Пойду кактусов совпожу. Да, вкуснятина. Вау, какая здесь огроменная стена. А там вон балкончик есть. Интересно, там принцесса не сидит? Ха, не ждет меня, своего спасителя. Значит, давай нажмем на кнопочку. Фаербольчик, супербольчик вылетает. И, скорее всего, нам нужно попасть вон в того окошечко, да? Ну что ж, по всей видимости, у нас здесь других вариантов нету. Никаких щелей здесь больше я не вижу. Хотя, смотри. Смотри, смотри, смотри. А вот тебе и пробоина. Ха. А вот и красный чувачок. Опять ты, усач. Посмотрим, входите ли вы в эти 90%. Твою ж налево, это он про... Ну знаешь, на ютубе иногда бывают такие, типа, это видят только 90% людей и прочее, прочее, прочее. Вот он тоже начал про эту же чушь нести. Что же такое, что с миром сходит? Все сошли с ума. Ладно, кидаем сюда наш супербольчик. Есть. Но сперва я хочу залезть еще вот сюда. Там по-любому сундучок есть. Тык. Ха! А, нет, это не сундук. Что это? Ладно, давай про... А пролезть-то мы и не можем. Ладно, походу нам нужно уменьшиться. Тогда идем сюда. Твою ж налево. Супербол схватил. Что здесь? А здесь еще один супербол нужен. Подстава, сверху скелеты! Вот так вот вам... Да что ж такое-то, надо бомбануть их суперразрядом. Ой, да. Значит так, у меня есть одна мыслишка.
Кастом здесь кубик. Вот, пойдем супербол заберем. Он нам нужен. Вот так-то. Это мы уже проходили, мы знаем, как это все дело делается. Вкидываем сюда супербол. Блин, да что такое-то? Почему ты не вкидываешься сразу? Вот. Меня, в принципе, устраивала и эта открытая дверь. Ну ладно, теперь это есть. Это... Странно. Так, значит, у нас здесь есть труба. Давай пульнем в нее. Как все просто оказалось. Я даже не видел ту розеточку. Просто стрельнул. Прыг-панель активировалась. Мы... Ой, здрасте. Здрасте, мордасти. Как вас? Жби! Толпу разнес одним разрядом я. Ой, там еще вон. Можно я монеточку соберу? Вы же не согритесь, да? Вот так вот, все. Идем сюда. О! Вау! Сколько труб! Левитирующая панель. Так, а мы здесь все закончили? Я тогда пожру кактус. Вот так. Там монеточки есть. Как туда допрыгнуть? Прыг-панель. Ты же меня туда доставил. Прыг-панель меня сюда доставила. Но тут как бы кроме монеточек больше ничего и не было. Я могу вот так вот поставить на воротах. Ладно, пошли отсюда. У нас еще куча дел. А значит, наверное, надо стрельнуть в эту трубу. Нет, не надо. На меня согрелись. Ай-яй-яй. Весь прикол, что когда огромное количество магов, они могут мои снаряды перебивать. Это кто там спрятался? Да посмотри, шляпа торчит. Хо. Ну что ж мы с тобой здесь имеем? Кольца для супербола, которые откроют ворота. Вот эту штуку надо активировать. Как нам ее активировать? Вон труба, смотри, вижу. Надо в трубу как-то попасть. Но для этого нужно открыть вот эту трубу. Возвращаемся за нашим супербольчиком. И пуляем очередь. Есть контакт. А тут, кстати, смотрю, у нас есть окошечко. Что у нас там? Ключик. Там есть ключик. И красильная машина, вон, я ее вижу. А как туда попасть? Расскажите, пожалуйста, как туда попасть. Я думаю, что нам нужно идти сюда. Ключик, еще один. Вы издеваетесь? А там чего? Там вижу механизм с дискеткой и что-то еще. Лампочка горящая. Ладно, значит, берем ключик. А куда нам этот ключик нужен был? А, точно, нам же ворот надо открыть. Я уж про них забыл. Вот эти вот ворота нужно нам отпереть. Супербол потеряем. Ну ладно, фиг с ним. Здрасте, здрасте, мордаси. Неужели здесь нет скелетов? Удивительное место. Обычно, куда я вхожу, там куча скелетов. Так. А вот она, наша лазеечка, смотри. Вот. По идее, мы здесь можем супербол пульнуть. Он же нам здесь пригодится, да? Точно, он нам пригодится. Пойдем. Супербольчик сейчас возьмем. Ловлю! Теперь я понял, для чего нам это местечко. Стреляем. Вот мы и обошли систему. Я чистый, у меня нет супербол. Ничего вы у меня не отберете. Обманул систему я. Дайте мне печеньку. Ну что, пуляем в это кольцо? Плохо пульнул. Каш мало ел. Что такое? Тебе не нравится супербол? Ты офигел? Может, тебя с другой стороны пулять? Ты глянь, ему не нравится супербол. Что это за дела? А нафига здесь окно? Такое уляпанное, стрёмное, страшное. Кстати, вот тебе труба, пожалуйста. Но мне кажется, что мы туда, да. Мы туда тупо не попадаем отсюда. У нас очень острый угол. Здесь есть еще труба. Такая вот разрезанная. И вон туда еще что-то уходит. А, там двери, смотри, закрыты на замок. Можем пробраться сюда. Ключик! Эй, а вот она и окошко, вон красильная машина. Окошко. Забираем ключ. Ключ нам нужен, чтобы попасть вон туда. Для этого нам нужно... розеточку активировать. Так, розетку активировали. А что произошло, я не понял. Значит, нам нужно попасть туда. Монеточки нам указывают, что нужно это сделать вот отсюда. Так смотри, у нас здесь левитирующая панелька есть. А также есть кнопочку, которую я еще не нажимал. Нажмем. Она... Оу! Если я бы на нее встал, она бы меня расплющила вон на тот камень. Возвращаем нашу панельку. Ставим сюда кубик. Посмотрим, что будет с кубиком. Так. Есть контакт. Здесь у нас есть проводок, который идет
Идет вон туда наверх, и там кнопочка, и еще один рычажок. А вот еще один рычаг. Он трубу перемещает, смотри-ка. По-моему, вот так вот правильнее, да? Если честно, я думал, что я в тупике, потому что я здесь не мог ничего разгадать. Но заметил, смотри чего. Лазеечка. И она выходит. Ха-ха, секретную зону к красильной машине. Что мы здесь можем сделать? Нам нужен здесь супербол фиолетового цвета. Нужно его перекрасить в фиолетовый цвет. Ставим сюда супербол. Вот так, не укатись, только стой. Не... А. Придется как-то... О, кубы есть. Отлично. И вот между ними сейчас пульнем. Вот, стой. Вот так вот, стой. Все, не шевелись. Так. Кастуем сюда наш фиолетовый куб. Ну же. Ай, кнопочку забыл нажать. Вот так. Чё-то я не въехал. Супербол не окрасился? Или его окрасить в принципе нельзя? А чё, если мы попробуем... О, сработало. Тогда мы сделаем вот так. Не совсем сработало. Попробуем еще разок. Попыточка номер два. Югу! Ей! Супербольчик идет с нами. Поднимаемся на второй ярус. А, кстати, в принципе, отсюда можно было кубик скинуть. Ну ладно, я люблю сложности. А вот он, наш балкончик. С сундучком. У, луна! Еще одна луна! Надо будет как-нибудь добраться до камня, куда мы вставляем эти луны, и вставить их все. Смотри, чё понял. Я увидел, что от этого кольца идет проводок вон к той платформе. Нам нужно с тобой как-то, например, смотри, вот встать вот сюда. И пульнуть теперь как-то вон в то кольцо сквозь это окно. Попробуем. Чуть-чуть прокосил. Надо поменять градус этой доски. Поставим сейчас, знаешь как? Вот так давай попробуем. Ну-кась, накось. О, совсем мимо. А что если мы вот так попробуем? Может, я не знаю, прокатит так или нет. О, сработало! Нифига себе, надо было доску, оказывается, вот так повернуть. Что мы здесь имеем? Включаем кнопку, активируем прыг-панель. Здесь есть рычаг, который поворачивает эту же доску. Но зачем, если этот же рычаг есть снизу? Ладно, одно я знаю точно, что теперь я смогу запрыгнуть на эту левитирующую панель. Значит, кидаем сюда кирпич, поднимаем эту панельку. Ну, вроде бы должен долететь. Давай попробуем. Есть контакт. Допрыгнули. И вот сюда теперь... О, да. От этой розеточки идет проводок вот так, сюда. К той двери. Но дверь закрыта. Нажмем на эту кнопочку. Она активирует прыг-панель. Тогда берем ключик и открываем... Подожди. Спасибо, конечно, за ключ, а меня... Вот так-то. Так-то лучше. И... Ура! Мы прошли. Прошли. Но это еще не все. У нас здесь есть труба. Слушай, смотри, вон там вот есть окошечко какое-то. Давай посмотрим, куда она. Нифига себе. Что здесь? Секретная зона. Это же из покемонов. Мастер, как его там? Не помню. Кепку заберем. Кепка ловца. Нечто ужасное и дикое внезапно появилось и прикончило его. Когда вы снимете с него кепку, вы замечаете, что волосы были прикреплены к ней. И герой на самом деле был лысым. Страшно. На самом деле мы у кого только не отдирали кепку, они все были лысые. Даже я. Я на самом деле тоже лысый. Так, что-то я не о том вообще. Здесь есть кнопочка. Нажимаем. Что-то произошло, но непонятно что. Сундук. Ты видишь там сундук? А как туда попасть? Явно вот этот стеллажик нужно как-то отодвинуть. Или... Но он же неспроста здесь стоит. Как попасть к сундуку? Видимо, здесь все. Ползем обратно. Итак, мы теперь поняли, зачем нам та красная розеточка. Она включает эту антенну. И левитационная панель должна опуститься. Вроде бы как-то так. О! Сработало. Но, поскольку мы не успеем стрельнуть вот так и залезть на левитационную панель... Нам нужно развернуть трубы. Сейчас мы это сделаем. Нам надо вот так. Теперь, по идее, снаряд наш должен вылететь вон там. Кошерно. Встаем на панельку. И проверяем.
поднимай меня, панелище! Ху-ху. Вот мы и оказались на втором ярусе, а тут куча скелетов. Да чтоб вас, я думал, что здесь их нету. А ты чё, бессмертный, что ли? Зачистка прошла успешно. Что мы имеем на этом этаже? Куча монеток. Надо бы это все дело обижать. Монеточки и монетки. Сундук! А здесь все закрыто, смотри. Тогда откроем сундук. Меч урон плюс один. Чё так маловато-то? Короче, разворачиваюсь я от сундука вот так вот хлыбыш и смотрю, а там вон тайничок с монеточками. Больше нет тайничков, нету? Вроде бы нет. Попробуем. Не, ну туда явно как-то можно пробраться. Я не знаю, может нам как-то сломать их можно. Смотри-ка. Они плавятся, что ли? А как мне их окончательно расплавить? Может мечом ударить? Нет, мечом не получается. Мне кажется, что у меня не хватает мощи лазера. А здесь вон проходик есть. А что если я вот эту панельку попробую расплавить? Ага, что ж бы там был. Нифига это не сработает. Там вон какая-то штука валяется. Блин, надо туда подняться, только как? А, так там рычаг, который поднимет вот эту штуку. Тогда давай нажмем вот на этот рычаг, посмотрим, что он сделает. Он открыл какую-то дверцу. Дверцу снизу, по-моему, да? Ты слышишь, да, он что-то открывает? Где-то там, слева. Хм. Здесь есть кнопочка, которая отпирает, видимо, вот эту дверку. Ага. Все сложилось. А как нам попасть вон туда? Скажите, пожалуйста, как нам попасть сюда? Может, я прутья могу расплавить? Нет, не могу. Ничего я не могу. Скорее всего, как-то через трубу я туда попаду. Смотри, вон там труба тоже наверху есть. Вот это система труб. Смотри-ка, кстати, там вон шестеренка и на ней кнопка. Че, если мы как-нибудь вот таким макаром попробуем запульнуть туда наш фиолетовый кубик? Давай, давай, ну запульнись ты туда. Нужен. Есть, сработало, бежим скорее сюда. Нифига себе. Я так и знал, что эта кнопка там неспроста. Я вначале подумал, может быть, это декор какой-нибудь, элемент дизайна. А нифига, это кнопочка, которая открыла нам дверцу к монеткам. Ну и получается, что отсюда мы, в принципе, можем по трубам куда-то взобраться. Давай попробуем. Ох, паркур, паркурыч. Опа. На трубы. И что, и куда, и как? Ну, видимо, просто бежать по трубам теперь вот так вот. Куда же эти трубы нас приведут? Иду, брожу по трубам, и я как настоящий сантехник. Ага. Прибежали к первому месту. Здесь нужен супербол. А здесь его случайно... Куча монет. А здесь случайно нет супербола? Блин, придется возвращаться за ним. Ладно, сейчас бегаем, подожди. Супербол прибыл! Походу он откроет нам вот эту трубу. Я же прав. Ну конечно же. И прежде чем мы туда упадем, давай мы сходим до следующего секретного места. Вот сюда нам нужно пробраться. Фу-фу-фу. Здесь у нас есть рычажок, который поднимет нам металлическую штуковину вон ту. И теперь мы можем сюда пройти. И посмотри, что же там. Секреточка. Темно, ничего не вижу. Так. Ага. О, опять ты! Здорово, перец усатый. О, сколько здесь кнопок. А, о, подожди. Вот куда нам нужно было. И что, здесь тупо монетки, что ли? Вы издеваетесь? Тупо монетки? Серьезно? Кубик, исчезни. Капец. Ты что задумал, а? Головоломщик фигов. Что здесь? У вас есть все, что нужно, чтобы решить эту загадку. Вперед. Да блин, ты сдолбал. Через другой можешь сказать, а? Может без загадок. Давайте заплачу. У меня 131 монета. Может, ты меня как-то пропустишь вперед?